Всем добрый вечер, девочки мои. Сегодня влоги начинаю вечером. Почему? Потому что сейчас я еду к дочке. Я уже оделась, переоделась. И буду у нее до завтра находиться. Сегодня я ее отпускаю погулять. Куда-то она там в кино, может быть, пойдет. Ну, не знаю куда. А я сегодня буду с Денечкой. И завтра днем тоже буду с Денечкой. А сейчас они пошли куда? К логопеду, в бассейн, там сейчас поплавают. Я еду чуть-чуть пораньше. Я вспомнила, надо проветривать помещение, потому что она любит тепло. У нас с ней вообще разное. Любимый климат разный. Я люблю, когда чуть-чуть прохладно. Ну так, тепло, но немножко прохладно. И у меня постоянно проветривается комната. А она теплолюбивый человек и... Вечно я захожу, и мне у нее всегда жарко, душно. Поэтому я еду чуть-чуть пораньше, проветрю пока комнату, посмотрю, может быть, там что-то где-то прибраться. Хотя она сказала, что у нее чисто, и у нее есть что покушать. Она там что-то приготовила, я не знаю что. Ну, в общем, буду я их встречать у них дома. Все, собираюсь, одеваюсь и погнала. Девочки, а на улице погода не поймешь какая. Утром было очень темно, пасмурно. Через час вроде бы дождик должен покапать. Я смотрю, солнышко сейчас светит. Классно. Так, вызываю такси, еду. Вот, а я шапку не стала одевать, потому что все-таки температура такая, что тепло. Ну, если что, капюшончик раз, накинула и все. Ну, я же на такси поеду, так что все нормально. Все, жду такси и еду. Девочки, я приехала. Интересно, Милка будет меня встречать? Посмотрим. Милочка, ты кошечка встречаешь, бабушка. Да ты маленькая такая, хорошая девочка. Ты мой сладкий. Ты меня будешь целовать? Всем привет, скажи. Привет, привет. Обнюхай, обнюхай. Надо обнюхать бабушку. Так, ну все, я пришла, дома никого нет. Конечно, душно, сейчас открою окошки, раздеваюсь. Зенечка, привет! Мама придет, да, мама вышла. Мама придет, давай раздевайся. Пошла, мам. Так, привет, сейчас. Мам. Привет, мама. Я не думаю лицо. Всем привет, мои хорошие! Мы только что с Денечкой из логопеда. От логопеда пришли, покушали бабачули. Мама говорит. Все, я тебе ребенка сдаю. А я побежала на медитацию общую. У нас сначала в 6 часов. А ехать мне 15 минут, а сейчас без 5-6. Попрошу, чтобы подождали, но не уверена, что подождут. Вот, поэтому с бабушкой пару-тройку часиков потусишь, ты его уложишь спать, да? Ладно, хорошо. Давай, на связи. Иди. Да. Ты такая вся в попухах наглая. Все, все дети, бабуля слушается, поняли? Так, Денечка у нас кушает пока макароны с мясом, да, Денечка? Да. Кошка наконец-то угомонилась, баловалась тут, бегала, носилась. И Денька побежала, кусала. Все, успокоилась, милочка. Скажи, я кошечка хорошенькая, да, хорошенькая. Только иногда побаловаться люблю, покусаться. Нельзя. Кусаться нельзя, говорят тебе. Давай лапу. Лапу дай. Лапу мне дай. Дай лапку. Лапку. Дай лапку. Дай мне лапку. Не кусай, просто лапку дай, все. Вот так. Да, мам. Вот так. Нет. Да не так, мило. Ты дурила такая, что это за дурилка? Милку не трожь, она сейчас. А я, девочки, включила сериал «Красная зона». Но я дома начала смотреть. Но вот сейчас уже смотрю 4-ю серию. Ну, ничего, мне нравится. Милка с Дени играется. Что? Вот развлечение у детей. Я сажусь ужинать. Я смотрю, доча приготовила тут курочку, картошечку. Ну, без нее буду кушать, потому что я не знаю, когда она придет.
Ну, молодец, позаботилась о мамочке. Всем доброе утро, девочки мои. Наконец-то мы проснулись тут все. Дочка пока там пошла приводить себя в порядок. Дыня уже позавтракал, сидит, яблоко жует. Вот. Ну, а я что? Я сейчас кофе пью. Тоже уже кашку покушала. Тоже немножечко себе привела в порядок, чтобы нормально выглядеть для вас. Дынька лопает яблочко. У нас жарко, поэтому Дынька раздеты в одних труселях. Да? Так, ну я поставила картошечку варить. У меня чайник закипает. Сейчас вареную картошку ребенку сделаю к обеду. Вау, какие люди в Голливуде! Здравствуй, звезда! Ладно, ой, да ну не скромничай! Вы наша звезда, мы приехали наконец-таки. Наконец-таки. Я не приезжала не потому, что я не хотела. Ты сама знаешь, что я с Настей занималась. Я знаю, и я ничего, я просто... Ну, вот я следующую субботу с Настей буду тоже. Но что делать? Надо помогать своим. Ничего страшного. Денька сейчас в садик ходит, и очень даже комфортно мне. Выходные мы вместе проводим, но вот эти выходные вот ты с ним. Зайка, мы снимаем. Тихонько, пожалуйста, хоть. Вот, поэтому за то время, пока он ходит в садик, я уже за ним соскучиваюсь и с удовольствием с ним провожу выходные. Поэтому. Слушай, ну я сейчас уже очень рада, что в садик он ходит, что вы уже справляетесь без меня. Я очень хотела, чтобы вы вообще без меня вообще справлялись все. Нет, это уж ты не надейся, как мы без тебя. Это наша не, ну а мне это надо. Кровинушка наша. Не, мне... У тебя день рождения, кстати, скоро. Ты думаешь над подарком? Что на день рождения планирую? Я планирую день рождения с тобой провести, остальные все работают. Все. Мы с тобой поедем куда-нибудь в торговый центр и там как-нибудь проведем время. Я вообще планирую пригласить тебя на ужин в какой-нибудь хороший ресторан, накормить тебя вкусной едой какой-нибудь, которую мы дома не готовим, которую сложно может готовить, рыба может какая-нибудь классная. Да, ты знаешь, не суть важно, что мы будем есть, в принципе. Просто хотелось бы как-то посидеть, пообщаться там. Вот это мне больше всего интересует. Все играет. А ты любишь эти устрицы? Я их не ела никогда. Не пробовала. Хочешь попробовать? Ну, любопытно попробовать, не знаю. Я знаю, что суши мне не заходят. Я, кстати, боюсь, чтобы тебе плохо потом не было. Ну да, мне-то суши не заходят, а вот эти морепродукты тоже. С чем бутерброд? С маслом, с сыром? Или просто сыром? Хлеб. Ты в трусах ходишь под цвет маминой кофты? С маслом, да. Сыром? Или вы очень гармонируете. Да. Ты писать хочешь? Иди быстренько в туалет сходи пописать. Вот ребенок, пока его не отправишь, пописать не пойдет. С маслом, сыром. Включи подсветочку, мне кажется, света не хватает чуть-чуть. Да будет. О, смотри, заиграла с другими красками. Вот этот вот можно убрать, фитнес. Подожди, я что-то это ем. Он закрывает тебя, затмевает тебя, звезда. Я главное оделась, да, видите, и начинаю тут это готовить. Сейчас чувствую, пойду переодеваться. Ты куда сейчас собираешься? Я собираюсь встретиться с Селенусик Хэппи, моей блондиночкой, подружкой. Ты ее знаешь? Конечно, ты знаю. Ты ее знаешь. 300 лет мы уже с ней дружим. Вот. Мы сегодня решили погулять, пошататься по торговому центру вместе. Молодцы. Вот. Ну, мы с ней в последнее время дети, все дела, редко видимся, поэтому нужно периодически вылазить, отдыхать. Денечка, на бутер. Так, а я съем сейчас, я вообще кофе выпила, и съем сейчас вот такой хлебец и намажу сюда сейчас альмета с грибами. Ты не хочешь попробовать? Я, кстати, вчера попробовала, вот взяла это альмета с грибами, вечером что-то захотелось вкуснуть. Намазала на хлебушек и чуть-чуть колбаски положила. А мне вот нравится прям, ну да, так тоже можно, а мне нравится на хлебец именно фитнес вот это намазать. Бери бутерброд, на, садись за столик. Значит, дал подушек, Ну да, уже раскидал. Да. А ты завтракать будешь, что-нибудь поешь? Я не знаю, мне кажется, мы, может быть, Селенок присядем куда-нибудь и что-нибудь покушаем. Ну то, кофе ты уже попила или не пила?
Да вот я думала, я тоже много кофе я не пью, думаю, с ней, наверное, возьму там уже в кафе. А ты вообще не пила сегодня кофе? Я что-то не видела. Выпила один. А с другой стороны, еще время есть. Две звезды. Слушай, я вспоминаю, у нас видео с тобой есть, где мы про Ростов с тобой рассказываем. И у тебя там чуть удлиненная каре, такой же цвет волос, по-моему, да, блондинка, и вот такое удлиненное каре, и ты вот в такого цвета кофточки сидишь. Я тебя даже, помнишь, дарила кофточку такого цвета, он очень идет блондинке. Слушай, ну у меня вот волосы, я вчера их укладывала, когда на свежую голову вымытые укладываю, вот так вот, да, мне нравится, как у меня сейчас. Сейчас вот на следующий день у меня укладка уже по-другому смотрится. На третий день уже из-за того, что укладка вообще по-другому смотрится, я вынуждена опять на голову. У тебя зимой прическа. Да, а вот эта вот удлиненная каре мне не нравится. И бесит, и не нравится, и вообще. Ну, которая вот так, да? Да, не тебе нравится. Тебе прям не нравится? Mm-hmm. А мне кажется, тебя очень молодит. Сзади вообще худеть, хочу либо ты худее была. Что кажется? Ты знаешь, мне просто некомфортно, и я, знаешь, вот у меня как бы на весах, либо меня молодит, либо мне некомфортно. Я выбираю, что мне некомфортно, а на то, что не молодит, мне уже на это наплевать. А мне прям вообще бомбит. Мне главное, чтобы нравилось мне, и чтобы мне было комфортно. Такая вот вредная идея. Мы теперь, видишь, с тобой не одинаковые блондинки, я все-таки с затемненными корнями. Слушай, хорошая, да, вот такая подсветочка? Вот. Здесь свет? Да. И это кадрик такой чутенький. Кадрик. Да. Давай обложку. Обезьянка. Вот сюда вот камера, тут туда надо смотреть. Ну ничего, посмотрю в другое куда-нибудь. Вот сюда смотри. Покривлялись? Все, пойдем пить чай. Пойдем. Кусочничает она, а? Да, я хочу тебе, блин, программу установить и компьютер отдать уже. Вот ты сейчас займешься, да, компьютер, устанавливать программу. Ну пока выводится у меня фильм, у меня здесь минут и еще время вроде бы. Поболтай со мной лучше. Поболтай со мной. Посиди со мной, расскажи, как тут вот с Денькой, ты без меня. Не помню. Это новая песня. Ты без меня живешь, расскажи. Это называется фристайл. Так, все, выключаю камеру я. Хочу с тобой немножко поболтать сейчас, без камеры. Посекретничать? Посекретничать хочу, да, чуть-чуть. Ну, давай. Пока ты не убежала. Давай. Так, Дынечка кушает картошку с мясом. Милочка. Что делает Милочка? Просто сидит. А мамуля убежала, все. Мы остались на хозяйстве дома, да? Дыня творчеством занимается, песенку напевает. Да, Дынь, что ты там поешь какую-то песенку? Какую песенку ты поешь? Все, обратила внимание, уже не пою. Девочки, вышла на балкончик. На улице солнышко пробивается, хотя много очень облачков. Вот он прибежал. Все, Денечка. Что ты взяла? Это веник зеленый. Ладно, пошла с ребенком заниматься.
Ну что, мои хорошие девочки, я наконец-то уже дома, приехала домой, убежала от дочки, она только приехала, она меня успела снять, я ее не снимала, потому что я уже там быстрее собиралась, хотела скорее же вернуться домой. Честно говоря, от детей, да, немножко устаю. Ну, очень рада, что я дома. Дома все-таки, знаете, вот и стены лечат. Я от дочки уходила, я говорила, у меня там спина немножко разболелась. Вот, ну, сейчас таблетку выпила, и все прошло. Чувствую себя хорошо уже. Кстати, я посчитала, посмотрела по своим съемкам. И у меня, скорее всего, это видео выйдет 25 марта, по моим подсчетам. 25 марта у меня день рождения. Но, да, кстати говоря, дочка спросила у меня сегодня, что тебе подарить. Я говорю, да я не знаю, что мне надо. Мне ничего не надо. В общем, из одежды ничего не надо, из косметики ничего не надо. Но кое-что я вспомнила, что мне нужно. Я говорю, ну вот этот подарок мне подаришь, ну да, если хочешь, подарю. Ну, в общем, короче говоря, в общем, договорились мы с ней. Вообще, на самом деле, вот я люблю, когда у меня спрашивают, что мне надо подарить, я могу, ну, понимаю, насколько человек на сколько денег может рассчитывать этот подарок, да, но я могу подсказать человеку, что мне нужнее, потому что на самом деле не люблю я бесполезные подарки. Чем бесполезный подарок, лучше тогда вообще ничего не дарить. Ну, как бы, если человек хочет сделать подарок, лучше тогда подарить то, что мне нужно на самом деле. Вот. И, кстати говоря, вот эта цепочка, которая у меня на руках, браслетик вот этот вот, это вот спасибо вот моим родственникам, когда у меня было 50-летие, у меня тоже все спрашивали на юбилей, что мне подарить. И я им сказала, я хочу себе браслет на руку золотой. Дарите мне, пожалуйста, все деньгами и в конвертиках. И то, что мне там будет не хватать, я уже доложу и куплю действительно то, что я хочу, о чем я мечтаю. И вот благодаря родственникам уже на пол браслета мне денег подарили, остальную сумму я добавила, и вот теперь я хожу, ношу этот браслет, который вот подарили благодаря всем моим родственникам. Ну, а сейчас у меня не юбилей, обычный день рождения, обычная цифра 57 лет, при том, что у меня день рождения выпадает на середину недели, вообще до выходных там далеко. В общем, все работают, все заняты. Ну и, честно говоря, не хочется никаких застольев, оно и мне не нужно, и у людей тоже у всех свои дела, там выходной какой-то выдается день, нужно какие-то свои дела поделать, отдохнуть, успеть и покушать, приготовить там и все такое прочее. В общем, я решила не отмечать этот день. Мы договорились с дочкой, что мы в этот день встретимся, мы с ней пройдемся там по магазинам, где-нибудь в торговый центр зайдем, сядем где-нибудь в кафе, посидим, покушаем, пообщаемся. Я говорю, для меня это будет, мне это будет очень приятно, и вот для меня это будет подарок. Это будет днем, Дэня будет в садике, мы с ней вдвоем, с дочкой вот договорились, проведем, в общем, время и вот так таким образом отметим. Ну, естественно, мы будем что-нибудь снимать, естественно, мы уже это выложим, но это выложим, естественно, после дня рождения. Это не значит, что 25 марта я приду домой и сразу бегом сяду и буду монтировать видео, полночи буду его монтировать. Нет, так не будет. Выйдет с днем рождения, выйдет видео, но попозже, чтобы мне было время спокойно это все видео смонтировать и вам показать, как мы это время проведем. Вот. Ну, а если кто меня хочет поздравить и кто это видео увидит, если оно выйдет 25 марта, то можете внизу мне же в комментариях писать поздравления. Я с удовольствием поздравления буду уже принимать, вот, начиная с этого видео. Вот и все, девочки, все, что я вам хотела сказать. Завтра я не планирую. У меня сейчас получается видео раз за разом, каждый день. Вы удивитесь, что каждый день. Но то, что я наснимала, я вот решила, что выпустить это нужно все до дня рождения, чтобы день рождения выпустить не через неделю, а как-нибудь пораньше. Вот, поэтому поставлю сейчас все видео, которые уже вот насняты у меня, поставлю их каждый день. Ну, а после дня рождения уже все пойдет опять в своем режиме. Будут съемки, опять буду выпускать, стараться через день, как я обычно это делаю. Вот, завтра я ничего не планирую делать. Нет, вернее, завтра у меня есть кое-какие планы, но я не планирую завтра ничего снимать, ничего такого для вас интересного не будет. Сейчас мне нужно уже как бы
делать какие-то свои дела, ну и в то же время отдохнуть, набраться сил и так далее. В общем, я на этом хочу видео свое вот это завершить. Даже если я там насняла чуть-чуть, и оно будет коротеньким, ничего страшного. Кому видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Я побыла у дочки. В это видео и дочка попала, и внук попал. И в общем, пока. Всем до новых встреч и до свидания.